Делаю макияж, вдохновленный самой популярной фобией, а именно колорофобия или боязнь клоуна. Греческого слова колора переводится как актер, развлекающий публику. Люди с этой фобией боятся не только личной встречи с клоуном, но и в фильмах и даже на изображениях. У человека с колорофобией при встрече с клоуном может случиться паническая атака. И даже когда эти люди объясняют себе, что это просто персонаж, и он никак не сможет навредить ему, то все равно они испытывают неконтролируемый страх. Интересное наблюдение эпидемии страха клоуна 2016 года. В конце лета и начале 2016 в нескольких городах США стали наблюдать угрожающего вида клоунов, зачастую на краю леса. Несмотря на то, что эти клоуны заманивали всех людей в лес, а особенно маленьких детей, никаких страшных происшествий так и не происходило. Но их стали далее замечать и в других штатах, и это была целая эпидемия по США. Тогда у многих людей эта фобия еще сильнее обострилась из-за чувства небезопасности. Сам страх клоунов считается достаточно распространенной фобией, но, несмотря на это, не внесена ни в один список, не является психическим нарушением и является неофициальной фобией. Почему эта фобия появляется и почему она есть, до конца неизвестно, но есть теория. Деформация тела и лица, хоть и комичная, но достаточно пугающая, странное проявление эмоций и нестандартная внешность. Все это выглядит достаточно нереалистично и из-за этого беспокоит людей. Но у меня получился вот такой вот макияж, я решила изобразить такого самого классического клоуна, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр и всех люблю.